для любителей кет получили вот такие две красоточки. Получили их в двух расцветках. Вот такой серый цвет и черная база классика. Обратите внимание, насколько они аккуратно смотрятся на ножки. Потому что у меня 39 размер. Для женщины это не маленький размер. Чем Бог наделил, тому и рады, как говорится. Но тем не менее, ножка в них смотрится аккуратно. Так не громоздко и очень стильно. По качеству давайте пройдемся. По стельке натуральная кожа. Сверху то же самое. Все натуральная кожа, натуральная замша. Кожа здесь, обращаю ваше внимание, она прям такая очень плотная, фактурная. То есть на осень это будет самый самолет. Замша тоже очень плотная. Вот такая замша, она не сереет, не желтеет, ничего с ней не случится. За ней практически никакого ухода не нужно. Подкладка уже осенняя, она идет на текстиле, а стелька из кожи. Так, подошва хорошая, гнется. На мне 39. Вот по длине они мне сидят четенько. Прям вот хорошо, больше бы меньше я себе не взяла. И смотрите, у меня вот здесь 22, здесь 22. Вот стель, они на мне просто как влитые, я бы сказала. Здесь у меня даже дополнительная моя ортопедическая стелька не нужна будет. Сели четенько, но также они хорошо сядут на стандартную ножку. Если есть небольшая косточка, тоже все здесь будет чувствовать она себя превосходно. Стоимость у них 5300, размерная сетка с 36 по 40. Смотрятся они, правда, прям классные. Что черный цвет, что светлый цвет, они просто на любителя. А так они обалденные, вот реально, девчонки, комфортные, просто до неприличия.